Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как устанавливать новые миссии в игру Operation Flashpoint. Для начала вы должны скачать саму миссию, она должна быть в формате PBO. А в имени файла в конце обязательно должно быть название острова. Этот файлик мы кидаем в папку Missions в коренной папке игры. Внутри этой папки лежат официальные миссии. Вы можете кинуть миссию прямо в эту папку. Но можете создать другую папку в этой игре, чтобы не запутаться. После всех этих манипуляций мы заходим в игру, нажимаем вкладку «Миссии», так, находим здесь нашу папку, вот другие миссии, и вот здесь уже наша миссия высвечивается. Все, можем играть. По такому же принципу устанавливаются и новые кампании. Вы просто кидаете файл кампании в папку «Campaigns». И дальше уже в игре сможете играть в вашу компанию. На этом у меня все. Всем пока.